Православные верники усяго свету рыхтуются до святкования рождства Христова. Сегодня апошний день, який попередничает одному из головных святов христианского календара и называется ён Куття. Это час покаяния и узмоцненной подрыхтовки до рождства. Так само это день особливо строгого посту. По традиции ён заканчивается со з'явлением на небе першей зорки, якая обвестила усяму свету об нараджении Сына Божьего. С гэтага моменту и начинается святкование рождства. Провести этот день в добрых делах, если можно, если позволяет, конечно, расписание человеческого дня. Но всегда надо, конечно, подготовиться к Рождеству, приготовить свое в семье, приготовить свою душу. Если не в этот день, то заранее сходить в храм или прийти на Рождество Христово, поставить свечу, помолиться о благополучии своих ближних, своей семьи. Но и, конечно, дарить в первую очередь любовь окружающим нас.